Продукта, кроме нас, больше никто не делает, если честно. Вот. Эту продукцию мы из Италии поставляем, это также выпускаем здесь локально. И в ближайшее время, в следующем году, мы перенесем производство опять же сюда, в Солнечногорск. Печенье, хлеб хорошо. Печенье хорошо. Да. И наша вот эта известнейшая паста. Барилла – это мировой лидер в пасте. Мы первые, кто локализовал производство. Проект был очень длительным, не буду скрывать, мы изучали в первую очередь возможности сырья российского. Это 100% российский продукт, но полностью соответствует итальянским стандартам. То есть твердые сорта пшеницы? Абсолютно. И не просто твердые сорта, а самые лучшие, я бы сказал, твердые сорта. Это откуда Алтай, берете пшеницы? Алтай, Оренбург. Традиционная зона. Традиционная. Да. В следующем году, после того, как установим линию по производству печенья, наберем еще 120 человек. В принципе, для производства это достаточно много. Мы выбрали самые лучшие, могли себе позволить. Собственники кто у вас? Итальянцы. Семья Барилла, это семейный бизнес. Это вермишель, да? Да, она по-итальянски вермишель называется. Практически от Мерседеса. Лидера, да? Да, туда вот туда поступает автоматически и силосом. Да. Также туда поступает вода. В принципе, продукт очень простой. Да. Мука и вода. Да. Как всегда бывает, чем проще продукт. Яйца нет, да? Яйца нет нигде. Да. Хотя есть паста тоже с добавлением яйца. И затем это уходит в другой мишень. Сгорел полностью. И А чему здесь гореть? Производство. А, вот так вот. Сгорело все дотла, честно говоря. Гореть вроде нечем. Крыша сгорела. Она была покрыта многими толстыми битумами. Понятно. Да. Ну, у вас здесь газ, да? Газ есть у вас? Газ есть. У нас газ выходит, газ выпечен. Есть это на хлебе. А здесь сучка идет за счет воды. Она поступает с волоса. Чисто за счет того, что поджариваете, да, немножко? Не, да, у нее цвет уже, эти малины. Да? Да, хлеба тоже. Высокопроизводительно, тонна в час. Муки, да, белоснежные. Можете попробовать.